Несмотря на тяжелую ситуацию в стране, иногда можно отвлечься от грустных мыслей и просто улыбнуться друг другу. Тем более, когда на календаре замечательный праздник – День Святого Николая. Так что 19 декабря Одесский Евромайдан был не совсем обычным праздничным. 18:00, как обычно, на Европейской площади возле Дюка, как ее уже крестили одесские евромайдановцы, продолжились выступления в духе английского гайд-парка. Выступающие, в частности, напоминали, борьба только начинается. И еще многих предстоит убедить в том, что евромайданы в городах Украины отстаивают достоинство всех украинцев. Украина нуждается в покровительстве прежде всего людей, которые видят интерес развития нашей страны, так сказать, в защите ее национальных интересов, да? И видит в этом свое предназначение. Вот те все люди, которые выходят сегодня на Майданы, на всех Майданы, во всех городах Украины, это как раз и есть вот те граждане, которые, по сути дела, покровительствуют государству Украины. Ну а потом на площадь пришел главный гость вечера, Святой Николай. Присутствующим раздавались подарки и звучали поздравления, но в духе момента. Саме в цій благословенній землі і в ці часи з'являється Святий Миколай, щоб принести українському народу звістку про те, що саме народ має виборювати свою гідність, свою честь, свою славу. І для того наша Небесна канцелярія і працює над цим, щоб в цій землі було нарешті спокій, добробут і щастя. Сьогоднішній день – це з одного боку святкування Святий Миколай. Тут справжній живий Святий Миколай присутній, який дарує дітям подарунки, цукерки, шоколадки. Але разом з тим це символ того, що ми всі сподіваємось на добре, позитивне розв'язання політичної кризи в Україні, на перезавантаження української політичної системи. У Святого Николая є свої принципи. Хорошим людям он дарить подарки, а плохих наказує, щоб вони справились. Один такой высокопоставленный тезка святого, уверенный участник Евромайдана, точно поощрения не заслужил. У Святого Миколая есть ответы на эти вопросы. Хорошим деткам он дает цукерки и подарунки, а плохим резочки для того, чтобы шмагать их и выправлять ситуацию. Однозначно, что Микола Янович этого года на цукерки и подарунки не заслужил. А резочки от Миколая, от украинского народа ему точно гарантированы. Всем украинцам в этот день также хочется пожелать терпения, настойчивости в своей борьбе, здоровья и благополучия их семьям и их одной большой семье под названием Украина. Анатолий Косин, Руслан Акаев, телекомпания «Круг».